Салам алейкум, братья и сестры, здравствуйте. Хотел дать вам информацию о происхождении Алан, вычитав из книги известного мыслителя, арабского мусульманского мыслителя, историка, географа, известный как Ибн Халдун Абу Язид, Абу Зейд Валиюддин Абдуррахман бин Мухаммад Аль-Ишбили, известный как Ибн Халдун. Вот его книга полностью. Тарих Ибн Халдун. История Ибн Халдуна. Первый том Аль-Мукаддима, предусловие Аль-Уля, первое предусловие, в котором говорится об общин мира, умам алями и различии их родов, то есть племенное отношение. Кто к каким, какие общины как, относятся, к каким племенам относятся. На странице 385, вот во вниманию, к вашему вниманию, вся книга, откуда я вычитываю. Страница 385, вот здесь пишется. Омин ажнаси тюрк, чтобы вам было видно. И к племенам тюрков относятся. Аль-Гур, племена гуров, скорее всего имеется в виду булгары. Валь-Хазар, знаем, известные, всем известные хазары. Валь-Кавчак, кипчаки, еще кипчаков называют хавчах по-арабски. Ва-Минхум Ямук, из этих же тюркских племен являются ямуки. Валь-Алан. И аланы, обратите внимание, аланы относятся мин аджнаси тюрк, к тюркским племенам. Ихняя родословная относится к тюркским племенам. Ваюкалюль уззу, еще этих аланах называют аль-ас, уззу, то есть имеется в виду асы. И минхум, из этих же тюркских племен, шаркас черкесы, обратите внимание, шаркас черкесы, ва азкаш и Азкеши. Ибн Халдун. 385 страница. Спасибо большое за внимание.